любовью к женщине. Экспозиция под таким названием открылась накануне в выставочном зале на Советской. Более 90 работ художников с разных уголков Брещины, посвященных любви, весне и прекрасной половине человечества, смогли увидеть ценители искусства города над Бугом. Подобная выставка – настоящий подарок брещанкам в преддверии приближающихся самой романтичной пары года и женского праздника. Данная выставка является традиционной весенней выставкой. Если в те годы выставка носила название «Признание в любви», в этом году организаторы выставки, это государственное учреждение культуры Брестский областной общественно-культурный центр, пошли немножечко дальше, чтобы на выставке прежде всего был образ женщины, нашей матери, жены, наших детей, потому что женщина, она является центром мироздания. И в мировой художественной культуре достаточно примеров, когда женщина, она являлась не только источником вдохновения для творческих личностей, но также и неким образцом, что ли, преклонения перед красотой женщины. Графика и живопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство, множество техник и способов выражения собственного видения мира у каждого автора гармонично дополняли друг друга и рассказывали гостям о самых возвышенных чувствах и красоте природы. В тематической выставке представлены работы как совсем юных художников, так и уже давно известных маститых авторов. Но объединяет картины и тех, и других общая тема – признание в любви к женщине, природе и весне. Я решил выбрать, как мне кажется, самый знаковый образ, характерный для русской и славянской культуры, это матрешка, которая символизирует материнство, плодородие. Брещане и гости нашего города смогут видеть творение своих земляков в рамках традиционной весенней выставки до 18 марта. А те, кто побывал на открытии и уже проникся духом праздника и пробуждения природы, советуют обязательно посетить эту площадку, где весна, несмотря на календарь, уже поселилась основательно и надолго. У каждого художника свой стиль, и даже вот в зале они висят отдельно, но можно найти художника по его стилю. Определенно тут очень много работ, которые могут порадовать там женский глаз в преддверии праздника. Все картины, конечно же, это показывают начало весны, начало возрождения природы от зимней спячки. От всех веет теплом, свежестью и очень приятные ощущения. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.